Иногда то, что мы боимся, может казаться высокой стеной, которую невозможно преодолеть. Поделиться верой с тем, кого вы хотите привести к Иисусу, может казаться вам такой задачей. Вы можете бояться, что человек неправильно отреагирует или истолкует ваши слова. Возможно, вы поделились своей верой, но сомневаетесь в том, что человек придет в церковь. Опытный путешественник знает, что путешествие состоит из множества шагов. Маленькие победы в большом бою – вот как выигрывают войны. Послание к Галатам 6:9 напоминает нам: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Когда человек начинает вам доверять, и вы видите, как он медленно, но постепенно открывает свое сердце перед вами и говорит о серьезных вещах в жизни и о вере, вы должны понимать, что это маленькие победы, которые помогают вам отогнать страх. Когда вы строите взаимоотношения и понимаете, что Бог работает в вашей жизни как любящий отец, то рычание страха постепенно превращается в неразборчивый писк. Ключ для побед над страхом заключается в том, чтобы замечать малые победы и праздновать их. Это может быть свидетельство о ваших переживаниях с Иисусом или возможность послужить кому-то. Важно, чтобы вы видели победу и видели Божью работу в окружающих вас людях.